В Омской области предпринимаются эффективные действия, направленные на решение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение положения детей в регионе, создание благополучных условий для их развития и воспитания. Проведено 8 семинаров-совещаний, издано 5 методических сборников, освещающих инновационные формы и методы работы с детьми, буклеты. Большое значение в рамках реализации программы отводилось социальной реабилитации подростков, находящихся в социально опасном положении. В целях совершенствования индивидуальной профилактической работы с детьми проведен смотр-конкурс на лучшую организацию индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. Победители конкурса получили спортивно-тренажерные комплексы, которые установлены в различных учреждениях для организации спортивного досуга детей. Организованный комплекс мероприятий с детьми, состоящими на учете в комиссиях, позволили сформировать у них позитивный интерес к здоровому образу жизни, воспитать чувство ответственности и дисциплины. Увеличилось количество несовершеннолетних, снятых с учета в комиссии в связи с положительными изменениями в поведении.